Артурчик, пора ложиться спать. Хватит уже смотреть мультики допоздна. А то сон плохой приснится. Не, еще чуть-чуть. Ну смотри, я предупредил. Это ты смотришь мультики допоздна. Алина! Что случилось? Где был сон? Что за сон? Туния! Ты же смотрел мультики допоздна, поэтому я тебе приснился. А ты слушайся родителей. А вам понравилась наша сказка? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока!